Ну чё ты там скулишь? Ну подойди, спроси, что хотел. Ребята, всем привет, с вами я, отец-одиночка Нюкем. А это мой песик Рекс, который сует свой нос и не только куда не следует. Что, стыдно стало? Смотри, давай ты утром гуляй сам, пока что, ладно? А вечером так шибыть погуляю с тобой. Но сначала сходи к Милане и еще раз извинись, понял? Да в смысле уже? Ты что, думаешь, что ли, один раз всего надо? Нет, друг ты мой, нагулялся себе проблем. Вот иди извиняйся, целую неделю будешь извиняться, пока она тебя не впустит. Все, вперед, если еще и простит тебя. Все, давай, давай, давай. Ты виноватый у нас теперь. Все, не надо так на меня смотреть. Ребята, кто не знал, наш Рексик очень сильно накосячил. Прямо очень сильно. Но все остальные дети, как видите, довольно-таки веселые. И несмотря на то, что недавно кое-кто из детей, в общем, покинул этот мир. Да, мы его похоронили. Хреновая вышла ситуация, но, как видите, как бы жизнь идет дальше. Поэтому все мои дети, они, в общем-то, вновь жизнерадостные. Так, и сегодня у меня по плану... Так, что у меня сегодня по плану? Да, сегодня по плану мы восстанавливаем старую Жигу вместе со Степой. Степа! Степ, ты где? Степ, ты инструменты подготовил? Так. Я тут... Тут вообще ничего не изменилось, Степа! Наверху. Мы же договор... Так, стоп. Ну ты заправься хоть, я, конечно, твой папа, но все неприлично же так. Блин, Степа, офигеть у тебя пузо! Ты что так себя запустил-то? Ё-моё, сидишь тут, что ты тебя... Так, конфетки жрешь? А это крошки от чипсов? Я не понял, Степа, ну ты чего, кайфует он от жизни. Так, Рекс, иди отсюда. Стёп, мы договорились, что будем чинить Жигули. Вика не скоро приедет. А, и поэтому ты типа решил брать от жизни все, да? Кровать не заправил, везде мусор, носки. Сколько ты их не менял, а? Так, друг ты мой, ну кто там тебе звонит? Ну давай, бери. Раз ты важнее, чем восстановление Жигулей, конечно, отвечай. Вика, о, ставь на громкую, ставь на громкую. Вика, привет, привет, привет. Это Нюкем, узнаешь? Блин, жалко, что ты только летом приедешь. Что? Через неделю? Уху! Отлично! Давай, Вика, мы тебя очень ждем. Давай, приезжай. Все, да, давай, давай. Счастливо. Ага, да, все, давай, до связи. Ой, блин. Так, это что, ты ее с таким пузом встречать, что ли, будешь? Нифига себе. Ты что, серьезно планировал, типа, пожить в кайф, а к лету похудеть? Ой, пуза. Ну-ка, встань, ну-ка, встань. Встань, встань, давай, встань. Все, повстань давай, посмотрю на тебя, красавчик. Ой, ё-моё, прям капец. Да, да, друг ты мой. Слушай, ну да, конечно, впечатление такое себе. Помоги похудеть. А, вот как мы заговорили. Папа, помоги похудеть. Ого. А сын мне поможет Жигули починить? Похудеть ему? До приезда Вики? Ты серьезно? Ты набрал килограмм 10. Я не понимаю, как ты, конечно, на батутах это прятал добро от меня, но... Все, вот это сюрприз, блин. Идем, идем, Саше покажешь, как надо беременеть. А то у нее уже как второй месяц живот не увеличивается, а у тебя рилиз за пару недель уже такой пузяндра. Саш, Саш, иди сюда. Прикол хочешь? Саш, отбой, отбой. Ну не надо так сына позорить, ну серьезно. Ой, Степа, да все, все, извини. Ну просто я рилю поугарал, что у тебя пузо больше у меня. Да не надо обижаться, да, все, 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 проехали. Папа тебе поможет. Понял? Поможет. Похудеем, ничего. Ради твоей любви мы это сделаем. Ну как? По старинке? Спортом! Поэтому давай, друг мой, сегодня будем чинить Жигули, а завтра утром. Завтра утром. Прямо с утра! Пробежка! Все, вперед, давай, инструменты готовь, пузо заправляй. Все, рот от чипсов умывай. Папа пойдет тоже перекусит, что-то посмотрел, но все это добро тоже маленько захотелось. Но я как бы знаю меру, я меру знаю. Доброе утро, солдат! Да, я понимаю, что вы удивлены, но я решил, что вот такой вот костюмчик мне как ни, кстати, лучше подойдет, потому что утром я буду себя вести прям как какой-то там старший сержант. Буду его гонять как в армии. Так, погнали, погнали, погнали. О, хочешь с нами? Ладно, сержант, нет, рядовой Рекс, ты у нас понижен в звании до рядового, и ладно, будешь с нами утром бегать. Петь, хочешь с нами? Ну, чего?
Что? Я помогаю нашему брату Стёпе. Все в порядке, Петя, так и планировалось. Что, не будешь бегать, что ли? О, лентяй, тогда иди давай домой. Так, ну посмотрим, Стёп там встал уже или нет. Ну что, вон Петя встает прямо как петух. Ну, в смысле, очень рано. Так, тук-тук-тук. Стёпа, подъем, солдат! Так, ты что тут хаваешь? А ну-ка бросить, отставить жрать! Все, на пробежку. Ты там не мог еще поменьше себе топчик надеть, а? Все, давай, на пульсники напять. Что, викины, что ли? Нормально, сейчас никто не... Все спят, короче, никто тебя не увидит. Так, ну что? Так, давайте, разминочка. Рядовой Степа. Так, Рексик помогает тоже. Так. Присели, встали. Присели, встали. Присели, прыжок, встали. Присели, прыжок, встали. Так, ну как, размялись? Нормально, ладно, мы сейчас подтягиваться не будем. Просто ты побегаешь, заодно и разомнешься, все. Без лишних эквилибристик. Как-то мы еще не начали. Давай, все, вперед. Раз, два, три, побежали. Вокруг дома, побежали. Ну, по идее, надо по часовой. Давайте, Рексик, по часовой. Рексик, ну ты что, остаешься-то, ё-моё, ты что, жердяш или догнать не можешь? Так, ребята, ну сейчас папа покажет, как надо бегать. Вот так надо бегать и... Ой, ё-моё. Да, ребята, командовать это, конечно, одно, а вот самому бегать. Так, ну я буду наблюдать. Это важнее, чтобы тренировка шла по плану. Так, Рекс, ну что, он где там застрял? О, наконец-то! Ну как? Как в четыре? Один круг всего сделал. Давай, на второй. Все, пошел, на второй заход. Быстрее. Беги. Да ты что? Господи! Блин. Петь, ну раз пришел, неси тряпку давай, будем вытирать. Ох, ребята, ладно. Кажется, бег это не наше. Но ничего, Степа, ты не плачь. Выше нож, солдат. Все будет чики-пуки. Так, это что такое? Так, ты давай вытирай. Давай, Степа. Так, упал, отжался. Упал, ну вперед, Степа. Ну ё-моё. Тут уже зрители собираются повсюду. Давай, ну не позорься. Ты какой... Не бросит. Мы этого не позволим. Так, девчонки, хватит глазеть. Все нормально, мы тут занимаемся. Давай, разочек. Еще один подходик. Ну один подходик, ну давай. Ой, ладно. Перейдем к плану Б. Только одними лишь физическими упражнениями вы не похудеете. Надо еще обязательно контролировать свое питание. А питание, Степа, у тебя хромает. Ой-ой-ой, на обе ноги. Да все, Рексик, подтолкни его там под попу. Сейчас посмотрим, что у нашего Степы в холодильнике. Потому что я убежден, что брокколями там и не пахнет. Посмотрим, что у нас тут. Так, Фанта, чипсы... Спрайты всякие, кофе, готовая еда, шоколадки. Ну, понятно, а ты еще удивляешься. Так, нет, нельзя тебе. Иди брокколи кушай. Рекс, сука, проводи-ка его домой. Так, ладно, хорошо. Можно, только давайте отсюда все выкинем. Вы это не будете кушать, вы это будете уничтожать. Это все вы уничтожите, ребята, ладно? Так, все вот эти вот кофе. Все, я все выкидываю. Суши все эти. Борщ, ладно, пусть остается. И хлеб тоже. Хлеб оставить. Хлеб можно. Но, хотя нет, это не зерновой. Не, пусть поет. Тоже в топку. Так, все, это тоже все сжечь. Только не в животике. Рекс, тебе важная миссия проконтролировать сжигание. Понятно? И пока они, Степа, жгут твои чипсы, мы будем жечь твой жир. Так, поэтому давай, отдыхай, отдых полчаса. И потом будем еще с тобой гулять, наматывать километры. Да, в прямом. Да, ребята, вы что думали? Нюким за что-то возьмется и не доведет до конца? Нет, ребята, Нюким доведет до самого конца, до победного. И снова, ребята, на дворе доброе утро. Так, и снова папа Нюким идет будить нашего Степу. Сегодня второй день нашего похудения или похудания. В общем, главное, что будет весело, да, Рексик? Так, тук-тук-тук. Степа, погнали худеть. Ты что такой грустный, а? На пол КГ всего лишь за один день? Это же обалденно! Это супер результаты, Степа! Это офигенные результаты! Ты чё такой грустный? Конечно! Жрать это... как бы тебе не худеть. Это гораздо легче. А вот худеть это прям серьезная задача. Что? Чего? Я тут ради тебя стараюсь, а ты вот так вот? Так. Куда это ты звонишь? Чего? Уменьшение желудка? Стёп,
Мы же семейка Нюхима, мы же не ищем легких путей. Ты чё? Сёпа! Нет, ты слышал это? Ху. Вот, ребята, как бывает. Когда людям лень качаться, они себе вставляют всякие руки-базуки, силиконовые мышцы. Когда им лень худеть, они себе уменьшают желудок. Ну, такого я раньше не слышал. Сёп, ну серьезно, может не стоит, а? Может, я как-нибудь смогу отговорить? Я тебе, может, знаешь что, куплю низкокалорийную колу, а? Зеро. Да? Решил он. У меня вообще-то тоже связи в больнице остались. Помните? Ту Елену. Ну, в смысле, не Лену, которая моя девушка, а именно Елену. Ну, с которой у меня чуть было не случился роман. Сейчас мы ей позвоним. Так, алло? Алло? Елена, здравствуйте, вы помните меня? Слушайте, у меня к вам одна просьба такая, ну серьезная. Слушайте, Еленочка, там, в общем, мой сыночек хочет вам прийти и уменьшить себе желудок. Вы можете ему, пожалуйста, ничего не уменьшать, но сказать, как будто вы ну, ему вообще там прям уменьшили прям капец? А? Это можно, типа, такой пранк разыграть? Просто я же его, типа, опекун, я ему разрешение не подпишу. Но вы можете ему сказать, чтобы, типа, было как плацебо. Хорошо? Все, да, договорились. Ну и будет тебе, Степа, уменьшенный желудок. Ладно, Степа, ты мой сын, я твои решения принимаю. Давай, я тебя даже отвезу в больницу. Пойдем. О, Елена, здравствуйте. Вот, привели нашего пациента. Ну что, заходи давай, заходи. Все, вперед, там, готовься к операции. Сейчас тебя прооперируют. Ну что, вы как бы там, ну сделайте хотя бы вид, там, не знаю, потрогайте его типа под наркозом, там, чем-нибудь металлическим. По животу поводите, ладно, ему, чтобы он прям поверил. И дайте ему какие-нибудь рекомендации полезные, ладно, после операции. Ну, все, с меня причитаюсь, как договорились. Все, я там посмотрю, ладно, вы не против? Ах, все хорошо. Рексик, пойдем, погнали, посмотрим, как его будет там оперировать. Так, Степа, глаза закрой, сейчас тебе наркоз будет водить. Так, сейчас его... Ой-ой-ой-ой, как все серьезно. Блин, бедный мой сыночек. Смотрите, ему там желудок ушивают. О, господи. О, господи. О, нет. Вот это да. Степа, ты там как, боль не чувствуешь? О, блин, ему вспороли, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как жестко. Что, все, так быстро? Нифига себе, вот эта скорость! Да, блин, везде разлилась! Степа, глаза не открывай, не открывай глаза! Жесть, просто жесть! Елен, можете выйти, пожалуйста, на пару сек? На пару сек выйти? Слушайте, а давайте он сейчас проснется, вы ему скажете, что, типа, прошло уже пару дней. Что он, ну, типа, не выходил из наркоза. Ну, чтобы, типа, зажило все, хорошо? Все, давайте, будите его там. Вот это будет угар. Рекс, смотри на это! О! Доброе утро, Степа, просыпаемся. Уже замотали там тебе все, да? Ого, вот это да! Нифига себе! Степа! Выходи, выходи! Степа, сюда, сюда, сюда! Мальчик мой, бедненький! Вот это жесть! Ты был в коме несколько дней, представляешь? Несколько дней! Но рана зажила очень быстро. Это вот такой хороший врач Елена. Но, в общем, с желудком твоим получилось не очень, короче. Короче, его тебе удалили полностью. Ну, типа, вообще нету. Да, поэтому надо быть очень аккуратным, Степа. Да-да, только по чуть-чуть. Там сразу тебе в кишечник будет попадать. Поэтому надо будет очень-очень хорошо жевать. Да, и только жидкую пищу. И мы с Леной говорили, что я тебе буду считать калории. Хорошо? Чтобы, да, только самое полезное ты получал, чтобы ничего лишнего. Все, Елена, спасибо вам огромное, огромное спасибо. Я вам бесконечно теперь должен. Все, да, ну, без поцелуев, только ладно, все, я вам, типа, встречаюсь. Все, да, до свидания. Спасибо огромное еще раз. Степа, ну ты прям даешь. Ты что, неужели ничего не чувствовал? Да, видимо, перестарались, вкололи там тебе слишком много обезболивающего, что это вырубило так. Стёп, давай диету, ты куда рванул-то? Стёпа, надо диету обсудить. Где тебе только жидкую пищу можно, там, кашечки всякие. Какой магазин? Эй, Стёп, ты куда? Какой нафиг магазин? Ты же с зашитым животом. Тебе нельзя, какой же магазин? Какими чипсами? Ты что, сдурел, что ли? Ты же только после операции.
Раз желудка нету, то можешь есть хоть сколько? Стёп, это же не так работает. Стёп! Понятно. Выяснили, блин? Ой, ну, я это откладывал. В общем, Стёпа, прости. Прости, Стёпа. Алло, алло, это жиркиллер? Здрасте, я хочу заказать вам своего сына. Да-да, сколько в неделю? Сколько? Ладно, я заплачу. Все, нам всего лишь одну недельку. Все, давайте, деревня Нюкиум, приезжайте прямо вечером. Да-да, все, хорошо, будем ждать. Ну, Рексик, пипец Стёпе. Я ему нанял самого жесткого и дорогого тренера. Что, накупил себе, да? Ой, все карманы, вижу, оттопырены. Ну, давай, беги до деревни, беги. Да, я тебя вести не буду, беги, если добежишь. Потому что я лучше сейчас позвоню жиркиллеру, чтобы он его по пути перехватил. А с вами, ребята, был я, отец Одиночка Нюкиум. Всем удачи, всем до завтра, всем пока!